Страновой показатель вылечившихся от COVID-19 превысил 2900 человек. Его дополнили данные за 2 июня, плюс 49 узбекистанцев. В Ташкентской клинике научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний выздоровели от коронавирусной инфекции 5 наших соотечественников. 2 мужчин и 3 женщины. Самому старшему 54 года, а младшему 31. Среди них 3 человека из Ташкентской области, а 2 жителей столицы. Сегодня мы выписали группу пациентов, которые выздоровели, и отправили их на реабилитацию. В лечебном процессе использовались самые современные лекарственные препараты последнего поколения, которые позволяют эффективно проводить лечение пациентов. Их достаточно. Своевременно было доставлено также диагностическое оборудование. Сейчас здесь у нас продолжают лечение 130 пациентов. Тем временем в клинике научно-исследовательского института вирусологии выписаны 2 человека. Один из пациентов 63-летний мужчина. Он из Ташкента. Другой – житель Республики Казахстан. Ему 33 года. Теперь в профильном центре выздоровевших ждет реабилитация, после чего они вернутся к своим семьям, здоровой и привычной для них жизни. Таким образом, на сегодняшний день количество вылеченных от коронавирусной инфекции в столице достигло 1127 человек. А в Новоинской области прошли лечение от COVID-19 42 пациента.